Паш, нет такого, у него фамилия Иванов Дмитрий. Это Дмитрий Иванов, который еще пиццу получал. Нет такого Кубышкина. Это он что-то перемудрил капитан Фактора, в общем. Вместо Кубышкина Иванов. Да что, блядь, идет, то нет. Дичь какая-то. Телефон спрятал. Какая минута? А кто пас дал? Ага. Кто зайдет? Кариб. Соответственно, тем, кто слушает трансляцию или смотрит, на данный момент слепой пределит 3-4 место вместе с командой «Маяк». У них одинаковое количество очков. Этот матч пока потенциально мы не берем, да, то есть он закончится. Только он начался, поэтому еще просто счет. То, что матч окончен, не учитываем. Соответственно, слепой пью борется за попадание в первую лигу, поэтому для них очень важно занять место в тройке. Человек здесь, Дзен Виталий Смирнов, в прошлом матче он отсутствовал против Регенхаус-строя. Возможно, где-то его не хватало. Даже сильно его не хватало в какие-то моменты, когда там нужно или команду смотивировать, или накричать, или пойти самому забить, как это Виталий иногда умеет в некоторые моменты. Как, например, когда был матч в Олимпо, Виталий оформил хит-трик, стал тогда героем. Теперь к нашей игре «Фактор». Команда переобразовалась, поменяла капитана, поэтому сейчас состав немножечко меняется, время к ним ротации. А также ребята заявились в зимний чемпионат под названием «ФК Ночь». Но слепой клуб стабильный, сильный футбольный клуб. Ребят, всегда стабильный, хороший состав. Молодец! По сигналам. На 5-й минуте умеет получать желтую карточку. Умит, желтая карточка, 5-я минута. Слепой фактор. Умит, желтая карточка, 5-я минута. Давайте горе.
Смотри, давай, да. Опасный момент будет у ворот и полупью. Соответственно, видимо, Артем Подмарев, капитан команды, фактор будет бить. Здравствуйте. Да, ребята друг друга вообще не поняли. 1-0, ваш выигрывает. Пятая минута, Карипов забил, Рябчиков отдал. Так и получилось, что ребята не поняли друг друга, но заработали. В этот раз уже будет бить Дмитрий Иванов, которого почему-то перед игрой Артем Подмарев назвал Кубышкиным. Это, наверное, его какое-то погоняло, но у нас, по-моему, Алексей легкий вышел диссонанс. Мы не знали, кто это такой. Попал в своего, хотя шло неплохо, а затем уже на добивание Артем Подмарев отправил мяч сильно выше далеко. Мяч прыгал. Мужики, просите нас замену. Если бы у тебя так не посмеялся, я бы забил. Хорошо. Поскольку у фактора нету замен, да, и мяч ушел от них, туда должны пойти за мячом слепой пью. Но вот Артем Подмарев некрасиво посмеялся в лицо Романа Чуйкова. Роман сказал, что за мячом не пойдет. На поле, смотри. Хороший пас через все поле выдавал Виталий Смирнов, но чуть-чуть он не дошел до Карипова Александра. Ёбаную мать, бля, не выбивай! Не сам бегаешь за мячом, блядь! Дима! Да ну, блядь! Нет, ты чего, блядь? Дим, блядь, спокойнее надо! Бегаем нормально! Браво, один метр, Это еще ребята про первый матч не знают, да, Сань? Дима, твой. Андрюх, ты видел, да, Андрюх? Ну да. Игрок «Фактора» Владимир Ильин написал: «Верю в «Фактор», как верю в Путина». Сейчас нас забанят, слышишь, через 5 минут дядя майор приедет. Да, Владимир Ильин, привет. Передаем тебе привет. Все бегут дальше. Давай смены есть.
Дальше, что он летел? Ой. Да, пока что. Ни один, не первый стык уже был. Парочку стыков было. Хороший удар от Виталия Смирнова. Ну, вратарь. Новоиспеченный вратарь фактор отбил. Саш, Саш! Саш, с корёвкой. А? Корю. Коря, да. И... Давай. Да, да, да. Три КДК. Назад! За слепого пью также играет Роман Чайко. Это легенда правобережного футбола. Его огромное количество голов, передач, ну и трофеев, разумеется, поэтому, конечно, состав любого пиона они усилились Андреем Раугулом. Он пришел в команду, ушел с первой лиги с «Динамо», ушел с «Слепого пью». Ну и также пришел Евгений Николаев еще в команду, ну и были по серии. Ушел Сергей Кольчук, например, и Данил Гай. Первых 80 там какие-то между ними какие-то понимания. Не лезу в личную команду, поэтому говорю, что знаю. Понял, был на поле, не на поле в этот момент. Потом я уже понимаю. Ты что, правильно? Никита, ты что? Давай. Дальню, бля, дальню. Еще двое, Саня. Аня, два. Меняйся. Вот что? Такое. Немножко здесь. Удар Александра Карипова был накрыт. Ой, хоть бы не было дождика, это меня очень радует. Между тем потихоньку подъехал ФК «Маяк», подъехал Андрей Квиченко и Данила Розмарицын. А Зеленца пока ребят не вижу. Ну да ладно, до игры все равно чуть. Почти 45 минут, не меньше. Не больше, точнее. Ты на мяча, да? Хорош! Дима, хорош! Больше пытайся. Пиццу, что ли, хотел? Дима, иди! Угол, угол, блядь, иди! Судя по громкой музыке, это кто-то из Альянса. Опа, там папуха играет. Да там Альянс, походу, подъехал. Радуй игрокам. Да я же не специально. Василий, слышь, ты через минуту. Такой кадр. Сигнал. Оставлял ногу Виталий Смирнов, он немножко не получилось. Между тем на 15 минутах всего 1-0. Бля, хули ты стоишь? Андрюх, а вы на этом не туда же играть не будете? Пока не хотите? Ну, не знаю, конечно.
Взрывной, то, что у него есть, и не получилось. Неплохо так. Только левая. Еще один середину, дай. Лево выше, один. Дай лево, ты переезжай вправо. Саш, 17? Отлично, у меня 17-26 сыграно. Сам. А дай. Деньги. Решил с пятого места за медаль. Андрей Рогун наносил удар, сил левый. И в основном немножко выпустил сюда, чуть не точно, но все равно он такие битюмит. Так, тут двое на умиде, он не потерял мяч, отдал его. Позиционная атака слепого пью. Данил Рябчик не получилось чуть-чуть. А вот Артем Подмарев может убежать, но Андрей Рогун сюда на прихват. Будет сам бить. Вратарь отбивает. Убей середину. Ром, со своим левым уходи, да. Оп. Оля. Давай. Все, бля, вы будете забивать, а нет? Да хорошо задел, извини, пожалуйста. Все, умеет, нормально. Открываешь, вот так. Атака 3-2, но Умит не продолжил ее почему-то. Евгений Николаев может решить. И... не забивают ребята. Женя Мясников мне, конечно, недоволен. Говорит, вы трупы будете забивать? Ох, осенний ветерочек приятный. Отличный пас! Очень здорово, Данил Рябчик. Пас на ромбящий год с головой. Вел на Умиду, но вратарь сориентировался и забрал мяч себе. Да.
Молодец. Саш, у меня 21-е. Роман. Хорошо. Чайку умит? Да. Мне послышалось? Мне кажется, да есть человек 6-7. Пахнет фейком каким-то. Сань, мне кажется, у меня геморрой. Левый глаз видит? Или шоколадный все-таки? Андрюх, можно я тебя попрошу? Андрюх. Ладно. Андрюх, можешь выкинуть, пожалуйста? Спасибо большое. Спасибо, Андрюх. Мы тебя, правобережная лига тебя не забудет. Ты давай, давай. Я не против. А? Yeah.
Небольшое недопонимание между игроками «Фактора». Жеми с ним. А? Кипиш был, да? В первом матче? Да. Давай, жить. Дай! Сколько матчей? Судья Саша, он подскажет. Алексей! Леш, можно тебя чуть-чуть? Нет, с мячом мяч ты пофиг, просто немножко в камеру. Ну, спасибо большое. Давай, тряжем игрока! Давай, спокойно, Да, Сань, пас был? Сам, да? Мяу. Я с севера. Здравствуйте. Да, давай. Да, дядя. Да, не играем, все нормально.
Сань, гол же, да? Гол? Умит Виталий. А, 34? Сань. 33. Давай, 2 минуты. Можно? Можно? Да, хорошая погода без дождя была бы. Типа, вчера? Было. А? Не, вчера же дождина был пиздец. Не, я говорю, без дождя была бы вообще четко. 16 градусов. Ну, типа, пойдет, да? Да, да еб, то в сортах можно уже, да, все нормально. Играй, играй. Почему? Что, шестером? Я бы убрал бедный. Не, я просто не понял, про что ты. Ну, слушай, да, я 5 на 5 бы продолжил, да. Возьмите ближнего! Ближнего! Ну, чего-чего-чего, Саш? Ну, а так, да, слышишь, как бы. Ну, ты ребятам скажи. Сейчас поехали в ЕКБ. Это фигня в этом, мы в том же второй заняли. Не-не-не, там не было такого. Это первый турнир был, там типа никто не уезжал. Ой-ой-ой. Вообще прям маэстро просто. Карипов, Рябчиков. Саша, я прав? Спасибо. Бутярики вообще... Клубника бомба, честно говоря. Бутярики бомба, да, говорю? Ну, наш, который мы съели. Тридцать пятая? Фактора тоже, да, постоянного состава? Не, почему? Уже почти не меняется. Слушай, уже 3-4 тура у ребят стабильно все. Ну, в том матче я вроде не видел. Кого, кого? А кого вроде не видел? Кого не видел? Капитан? Конечно. Не, ну слушай, у него дисквалификация была, один матч. А, вот, наверное, я на то ты помню. А так то он, ну, стабильно играет вроде. Дави массы просто, все, блядь. Шесть. Короче, если забиваешь, что у тебя три, пиво нам все стоит. Черкани, Паш, ладно, да я не успеваю. Да ничего не черкаешь, я говорю, напиши, Паш. Я все пишу. Спасибо большое.
Манишка, просто меняйте парень. Саш, сейчас кто забил? Ариф, ты давал? Нет, Раугл, Раугл. Все закончено? Ты так свистнул. Николаев Рябчик. Саш, какая минута? 15 минут. Парни, а за мячом пошли, не попью. Я играю нормально. Парни, сейчас пройдем мне. Так, Николаев Рябчик. Один, ну просто тяжело, тяжелый очень матч. Погода, условия, ветер. Просто не все у ребят получалось, а ну, коза в защите очень, как сказать. Ну, цепко играла так. Не то чтобы автобус, но здорово. Ну плюс Артем Ивлев опять матч жизни выдал. Ну, вратарь козы. Он тащил вообще все, что можно. Просто, знаешь, из углов, из девяток, поэтому. Ну, разные факторы. Ну, не все получилось просто. Бывает. Андрюхи, там очко, ты не народу не хватает, позиция. А сейчас перед? Не, я сзади вот играю. Андрюх, Бухарик идет. Как ты его называешь? Играет.
Андрюха! Здорово! Рад видеть! Оренбург. Да, Андрюх? Шапка классная. Шапка классная, говорю. Саш, скажи минуту, и кто забил? 48-я. Николаев забил? Карипов пас. Ага. Давай, пиши, звони. Виталика одного оставили, если кто.
Простите, пожалуйста. Ярчиков, опасно! Хоть они выиграют, да, на свете, но все равно, когда не выступают, злятся. Молодцы, типа, до Талова хотят их не заигрывать, там, понимаешь? Не расслабляться. Саш, считаю, Саш, это... Рябчиков забил, кто отдал? Раугл? Саш, нет. Саш, Рябчиков Раугл? Раугл отдал. А, есть так, да. Я про это. Да, не пижоника, не начинать. Кто хоть играет? Здравствуйте. Здравствуйте. А где Фиона? Артурчик, не играешь? А усы? Где усы? Где усы? Нормально. Андрюх, зайди дальше. Охренеть сейчас. Андрюх орал, будете нападающие. Таких у нас три нападающие. Лево, ниже! А вот это кто? А мне все сделали. А там кто гости, кто хозяева, я не помню. Я поставлю всех, потому что у Маяка у всех есть единая форма, а у Альянса нет. Один, кто гости, кто хозяева. Саш, Раугл забил, а кто опоздал? Где спас? 50 какая? 52. Он позорный, не важно. Ну! Бега! Нормально. Мавс. Душнят. Блядь. Упорно. Не могу ничего комментировать, блядь. Ты, кстати, с утра комментировал, да? Ну, чуть-чуть. А что наш не комментирует? Давай. Ну, давай. Я не против. Давай. По просьбам трудящихся. А? По просьбам трудящихся. Ну, значит, кому-то нравится, кому-то нет. А? Интересно. Ну, опять же, там утром смотрели два человека. Нет, почему? Я когда смотрел, да? 9, да, было.
10, 9, 8, вот так. У нас есть один гол. Интересно, потом даже есть пересматривать. Хорошо. А в YouTube он идет или нет? Да. А, вот, тем более. Какая-то минута. Подмарев, автогол. Ненавижу автоголы. Так хреново на душе. А, нет, подожди, почему? А, нет, третий, да, по-моему. Мустанг первый играли. Знаешь, я типа вспыльчивый тоже. Ну, в принципе, был. Потому что просто остальное это не знаю. Я хотя сам тоже отлично! Типа вообще эмоции против себя, понял? Ни за что, считай, желтый получил. Ну да, за эмоции. Выплеснул, получил. А не стоит, понял? Я согласен. Типа, вот бывает, типа, понял, судьи иногда спорят, толк тоже нет. Но он уже поставил там точку или что-то. Ну да, уже не поспоришь, вары же нет. Да, он идет, двое там желтые получили, один красный. Думаешь, ну блин, типа. Я редко могу там спылить, но... Кстати, вот тот судья, который добрый, ну помнишь, на том? На том, вообще, фиг пойми, что он смотрел. Он первый раз судил. Нет, ты... Я просто тебе, потому что он первый раз пришел. Нет, ну видишь ты, я иду, Ау? Судил до этого. Ну, один матч летом. Он на очередь. А? Ну, я у нас имею в виду. Не, Саня, он у нас летом судил этот Зеленца и вот здесь. Я знаю. Карина хочет поменять. Да иди! Наверное. Не знаю, Мов. Сань, Раугл забил? А пас? Ага. Да тебе за гол, блядь! Пожалуйста, Ром, все для тебя! Я сделал, блядь, 10 минут. А кто-то 1 минут. Мы тайм.
Лодка играет. Лодку. Бля, ты что ты делаешь, бля, это кто еще? Все, мало. Я забил, парни, кто там? Умит забил. Женя пас. Я и вашу игру хочу, и дома ничего, я вообще не буду. Ваша мне интересно. Хороший вопрос. Yeah.